13 июня на городском пляже пройдет празднование широко известного Сабантуя. Торжественное открытие мероприятия состоится в полдень. В течение дня в программе традиционные народные игры, национальная кухня, конкурсы. Особое внимание в этом году детям. Это такой праздник будет замечательный, я думаю, потому что приезжают с Татарстана государственный ансамбль. Будет у нас очень много уделены детям. Всякие игры, будет много игр. Потом будет кухня, там башкирская, татарская, узбекская, киргизская, казахская. Юрты будут. В настоящих юртах пройдут кулинарные мастер-классы и дегустация блюд. Для любителей активного отдыха – перетягивание каната, спортивные состязания в силе и ловкости и, конечно, призы. Желающие смогут попробовать свои силы в национальной борьбе куреш. Регистрация участника начнется в 12 часов дня. Соревнования запланированы с половины первого и до 15:30. Игрой на национальных инструментах, песнями и танцами зрителей порадуют не только артисты из соседних городов, но и легендарный ансамбль песни и танца Республики Татарстан. Народные гуляния в честь праздника продлятся до 17 часов.